Гатине. Три свадьбы, которые навсегда убили мою веру в понятие семья. Отец не мог позволить моей сестре выйти замуж за нееврея. Но, несмотря на его запрет, Оля с Денисом поженились. Оскорбленный отец ушел из дома, а я сбежал в Израиль, подальше от семьи и проблем. Потом я поменял свое русское имя на израильское, призвался в армию, а через несколько лет я встретил свою будущую жену. Папа, сейчас я так же, как и ты, разведен и одинок. Мне казалось, что я тебя понимаю, но есть вопрос, который не дает мне покоя. Почему ты ненавидишь свою дочь? Считаю, что однажды мы сможем освободиться от проблем прошлого и сесть за праздничный стол вместе, как семья.